У Льва Толстого была богатая коллекция обуви, причем все ручной работы: клетчатые домашние ботинки, башмаки, шкуры, лоси, парусиновые туфли. Дома Лев Николаевич ходил в сапогах и чигах из очень тонкой кожи с мягким носком и внутренним жестким задником. Главное, что по дому в них можно было передвигаться абсолютно бесшумно. После кризиса 80-х годов писатель и сам начал точать сапоги. Поначалу выходило неважно, например, Софья Андреевна признавалась в письме к сестре: сегодня. Овочка сшил калошу, принес мне показывать и говорит, «Се делисье». А калоша пригрубо сшита и фасон безобразный. Но постепенно стало получаться все лучше и даже по отзывам современников оригинально. На одной из фотографий 80-х годов Толстой сидит у террасы в сапогах, по-своему щегольских и, главное, сшитых им самим.